Сегодня первый день игр. Мы уже победили одну команду. И сейчас ждем игры с Красноярском. Мы надеемся, что мы победим и всех порвем. Мои впечатления такие, что мы, конечно, молодцы, но могли быть и лучше. Ожидали то, что тут будут слишком высокие девочки, и мы самая низкая команда пока что. Вот, и мы думаем то, что хотя бы в тройку мы попадем. Мне очень нравятся эти соревнования, хотя это первый день, но очень это эмоционально, мне очень нравится. Мы выиграли всех и надеемся, мы победим. Тюмень, привет! Всех будем побеждать и займем хорошее первое место. И будем всегда хорошо играть и побеждать.